Ты собрал ПК, но не знаешь, куда ставить вентиляторы в корпусе так, чтобы была максимальная эффективность? Сейчас расскажу, как добиться максимальной эффективности с разным количеством винтов. Если у тебя только один корпусный вентилятор, то самое выгодное место для установки это поставить его на заднюю панель на выдув. Так будет самое эффективное решение. Если же у тебя два винта для корпуса, то лучше поставить их таким образом. Один мы ставим также на задней панели на выдув, а второй на переднюю панель в самую нижнюю часть, как бы под видеокарту, на вдув. Ну и самый распространенный вариант это три винта. То тут мы снова ставим один на заднюю панель на выдув, один на выдув сверху к задней панели и один на вдув спереди, также снизу, как бы под видеокарту. А если ты зажиточный крестьянин, у тебя 4 винта для корпуса, то ставь 3 на вдув на передней панели и один на выдув сзади. Это будет самый эффективный вариант. А сколько винтов у тебя в корпусе, обязательно пиши в комментариях и подписывайся на канал Интерлинк, тут много интересного ПК.